Да. Но вот когда вы у полковника находите в сейфе 9 миллиардов, а я вам напомню, что это ровно столько, сколько на все развитие сельского хозяйства. Не в сейфе. Хорошо, в квартире, которая является сейфом. Значит, вы понимаете, что деньги в России есть. Конечно. Когда покупают огромные яхты одновременно с этим, у нас денег не хватает на то, чтобы построить теплый туалет в школе, то я вам могу сказать, что деньги в России есть. Их нужно только вернуть в страну и направить на благосостояние наших граждан.